В этом году Народный театр нашего города отмечает 110-летие. По случаю юбилея во Дворце культуры имени Воровского состоялось праздничное мероприятие, на котором встретились почитатели театрального искусства. Подробности в нашем сюжете. 110 лет назад по инициативе членов литературного кружка при фарфоро-фаянсовой фабрике в селе Кузнецово был образован Народный театр. Поэтому 1908 год можно считать отправной точкой, с которой театральное искусство получило развитие в нашем городе. С тех пор, как говорится, немало воды утекло. Менялись режиссеры, актерские составы, осветители, декораторы, но даже в самые тяжелые времена театр продолжал свою деятельность, ставил спектакли, порой не имея специального реквизита и создавая его из подручных материалов. Вопреки всем невзгодам, Народный театр существует до сих пор. Поздравить артистов со столь знаменательной датой пришли коллеги из других театральных студий города и района, а также представители власти. Таких дат, наверное, очень немного у нас в Конаково, но вот это случилось. Конечно, хочется сказать огромные слова благодарности и восхищения теми людьми, которые могут и приходят сюда после своей основной работы и способны на такое творчество, на такое объединение всех возможностей и талантов, которыми мы наслаждаемся в виде спектаклей. В 1959 году театр одним из первых в России был удостоен звания народного. Каждый год коллектив поддерживает столь высокий статус блестящими постановками. Заместитель главы администрации города Конаково Лариса Владимирова вручила почетные грамоты и денежные вознаграждения артистам театра. Многие хотели бы получить это звание, но оно осталось у вас. Поэтому низкий вам поклон, благодарность. И мы надеемся на то, что новые спектакли будут лучше предыдущих. Вы еще тоньше будете подмечать человеческие достоинства, человеческие недостатки. И каждый из зрителей будет понимать, что что-то в этом актере есть и от нас с вами. О том, сколько сил и нервов уходит на подготовку одного спектакля, знают лишь актеры. Но наибольшая доля ответственности за успех постановки, конечно же, ложится на плечи руководителя. Вот уже на протяжении 35 лет режиссером театра является Ирина Герман. Вы талантливейший руководитель, вы талантливый режиссер. На протяжении стольких лет вы поддерживаете, вы ищете новые таланты. И смотрите, мы сегодня все увидим представление, в котором будут задействованы все те, кто хоть как-то причастен, а их очень много, к Народному театру. Дело создателей Народного театра, начатое 110 лет назад, активно продолжается и по сей день. Свои творческие подарки для коллектива приготовили воспитанники детских театральных студий нашего города. Умей принудить нервы, сердце, тело себе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит: иди! Останься прост, без всякого заряда. Останься честен, говоря с толпой. Будь прям и тверд, с врагами и друзьями. Пусть все свой час считаются с тобой. Много теплых слов прозвучало в этот вечер в адрес артистов театра. Благодаря такой поддержке можно с уверенностью сказать, что Народный театр отметит еще не один юбилей.